И перед просмотром моего сегодняшнего летсплея, ребята, я вам хочу порекомендовать паблик моего друга GangstaChill007. Этот паблик создан для настоящих танкистов, которые желают узнавать информацию быстрее всех других, также участвовать в конкурсах и смотреть разного вида картиночки. Здесь, ребята, вот совсем недавно прошел конкурс на 240 тысяч кристаллов, но конкурсы не кончаются, и сейчас вы можете поучаствовать в конкурсе на 90 тысяч кристаллов, условия которого совсем просты. Это подписаться на этот паблик, подписаться на канал, лайкнуть и репостнуть эту запись. Ребята, подписывайтесь на этот паблик, участвуйте в этом конкурсе и побеждайте, забирая свой заветный приз. Ну что ж, дорогие мои подписчики, зрители и гости моего канала, ребята, сегодня мы поиграем на карте Иран. Поиграю я не один, а со своим другом Мастер Робом. Поздоровайся. Всем привет. И этот летсплей хотелось бы как-то потестить новые улучшения пушек. Ну, в принципе, я думал от фриза потестить, хотя мастер уже тестил, поэтому на его канале вы можете это увидеть. Он сказал, что это полнейший бред. Ведь так? Или я ошибаюсь? Да. И, соответственно, видимо, мой фриз теперь будет просто тупо пылиться в моем гараже. Но, как я еще читал, был измененный молот. Хотя, что в нем было изменено, я так и не понял. Сейчас мы попытаемся это узнать. Ну, а пока мы проигрываем один флаг, и поэтому можно затащить. Да, мастер? Да. Да, го тащить. Тут у них минка была. Они хера они тут засрались, ты не представляешь просто. Угу. Сируны так, какие-то. Это ты когда этот видос выложишь? А, 4-го как раз сегодня у Жеки. Нашего, да, Жеки, вот Нюха, ребята, поэтому бегом пошли в его ВКонтакте и поздравили. Потому что если вы не поздравите, это же будет плохо. Ну что это вы за подписчики такие, если не поздравляете Жеку? Угу. А на данный момент у нас мастер привезли флаг. И, кстати, мы с правой стороны нужно помочь чуть-чуть. Что ты говоришь? Я сейчас попробую возвратить. Наши, походу, попробуют потерять. Не-не-не-не-не-не, блин. Не-не-не, доставит. Уже два флага просираем. Уже третий сейчас пойдет, что за... Ну, что вообще говорить, команда как команда. Как всегда, короче. Что еще говорить, да, мастер? Кстати, сегодня мы третьего снимаем, ребят. Выйдет видеоблог, где будут Жекмикс и Берег. О, надо будет посмотреть. Я, кстати, я помню, что у них интервью брали, но вот, что не говорили, мне аж самому интересно послушать. Да, мне тоже. Я тебе скажу, она сейчас третий флаг поставит. Я тебе больше скажу, они хорошо разгуливают на нашей базе. А это хреново. Ну, что по молоту могу сказать? В принципе, мне кажется, с разбросом что-то замутили, а так по перезарядке там, по чем-то еще я определить не могу. Твою мать, я лечу! Я еду, я справа встречаю меня быстрее, мастер. Кто возвратил? Красавчик, только меня сейчас убьет, скотина, этот фриз. Вроде бы... А, кстати, вот вижу, он вроде бы морозит, а заморозки нету, а чё так? Ну? Это чё за фигня так? Как я сказал в алпамиксах, фриз скатился из говна в говно. Ну да, нормально, мне нравится такое. Флаг можно взять, давай, мастер. Давай, я задержал его трупом. Вези, братан. Ну, ставишь. Кросс. Теперь дефить надо. Дефим. Минутка дефа. Да какая минутка? Тут 30 секунд. Вполне. До 100 точно. Флаг пытается уйти. О, все. Ого, он наносит урон. Молот. Слышь, флаг возьмет сейчас. Да не возьмет. Он мне сольет его нор. Нормально. Мне нравится молот, мне нравится. Дашного Хорнета со второго залпа завалил. Ну да, может быть мало, но не хватает пока. Куда наш флаг уходит-то? Ой, точнее везут. А вот сейчас куда уходит? Не знаю. Я посмотрю. Да, он по стандарту ушел. Не уйдет. Тут Димка вот решает вопрос. Флаг опять уходит, да? Офигеть, у них там мин. Ох, они сируны, господи. Господи. Как так срать-то можно? Блин, на фуле летел на их базу и за 2 секунды слился. Я так понимаю, ушел уже, да?
Я его задержал, задерживаю как могу, я ему дал плюху. Нет, все, меня следует. Если наши, то есть ты. Наши. Там аптека. Подберу, ну, давай. Стреляй! Ах ты ж фриз! Он по флагу промазал, и они поставили. Нормально, да? Мне нравится такая игра. Почему бы и нет? Наша опять уходит. По стандарту. Ну, наша жига за ней едет, может и возвратит, не знаю. Ну, он ушел поверху, как так-то? Он уж, он прыгает, он сейчас походу поставит. Не должен, я ему не дам. Даю Хорнету. А, все, меня убили, я нифига не сделал. Они походу поставят, если наша Зида сейчас не затащит в этой ситуации. Помоги ему. Ну, поставить. Я тоже рельсу дал, ну. Ну, чуть-чуть же. Да, дебилы наши, ТЦПшники. Я, как говорится, в одно место топтал. Ну а что делать? В принципе, мне, как говорится, долго не посидишь, поэтому если даже будет проигрыш, придется заливать. Так, Диман. Да, может быть. Посмотри на нашу команду и на ихнюю команду по звонкам. Я офигею просто. Как так-то? Не знаю. Может, ты шо? Посмотри. Три на наше шестое место или седьмое. 1-16, Генус. 2-16. А, ну, блин, какая разница. Это уже другое дело, это меняет вопрос, да? 2-16, это уже нормальный такой счет. Да, конечно, что? Мина была, я не уехал. Наш уходит опять по правой, по левой стороне, по стандарту. Я попытаюсь его догнать, но долго. Да, они на голосе, противники. Да какой нафиг на голосе? Рельса меня увидела. Рельса меня увидела, и каким-то чудом Фриз решил вернуться и меня слить. Ну, мастер, бери, уходим. Так они слили. Там еще и Зиды влекает. Все, мне хана. Я в жопе, как говорится. Да что за краги-то? Ну ё-моё, ну не хотел же проигрывать. Соберитесь. Ты поверху пошел? Да. Да твою мать, мины эти! Я тебя встречу, мастер, го. Увезешь? Я ухожу, улепетываю. Вельсон, мамку. Ничего не делал. Ты уйдешь? Да нет, у меня аптека залекалась, но вторая рельса меня прям в пукан. Это ну богинусы, да я правда говорю, это ну богинусы, ребята, ну как проигрывать, блин, таким вот званием, бригадиром, маршалом. Два бригадира, генерал, лейтенанты, три. Куплены яки, куплены. Сейчас попытаемся увести. Да опять у них мин тут кучей насрано. Я не уйду, в любом случае, но я их напукал. В принципе, если ты прыгнешь, то можешь что-то, хотя ты и вряд ли. Не, не прыгну, ты че, они тут четвером. Но... Ну, я, в принципе, выложу этот видос, пускай посмотрю, как мы опозоримся. Генусы опозорились перед бригадирами. Бригадиры нас выиграли. Это ж сенсация. Полная нафиг сенсация. Я ухожу по центру. Да уйди ты! Да что они... Ты посмотри, что они творят. Они мешают мне, они не дают мне вообще ничего сделать. Прикинь. Давай, доставишь. Перехват к тебе едет. Да не пофигу, уезжай. Я поставил. Еще три флага. Го-го-го-го-го. Можно затащить. Тащим. У нас фриз на дефе стало, это значит, можно что-нибудь тут сейчас сделать. Ну, в принципе, так как фриз у нас говно, ну, вроде бы держит. У нас в дефе два фриза. Ну, само то. Давай, я сзади тебя. Да скотина, он срет, как я не знаю, как я скажу сейчас, как корова какая-то. Или как гусь, который что сожрал, то и высрал. Вот я тебе серьезно говорю. Вот так же и этот фриз. Ну сейчас же 10 секунд, когда у Минки всего что-то хотел. Я нифига не сделал сейчас, к сожалению. Там три утрои, и они все битые. Они абсолютно битые. Мастер, прыгай, уводи. Уходи. Увози. Ну. Ты сдох. Как так? Брат. СДДшная. Я на двойных. Я максимум слева смогу тебя поддержать. Я ухожу! Я не уйду, у меня молот с ДД! Как
Как? Вот у меня в голове не укладывается, как так-то? Он меня молот с ДД разобрал по нулям. Я на ДА был. Вот как? Мастер. М4. Ты ж тестер, объясни мне эту фигню. М4. Читер, скотина. Да скотина, да, я опять на эту минку нарвался и поэтому нифига не сделал. Да прыгайте, чего вы там стоите-то наверху, надо флаги возить. Флаги возить надо, а то мы же не привезем никакой тогда. И просыпаемся. Ну. Я так прыгнул, но нихера не получилось. Наш пытается уйти. Ну, встречи его, чё. Встретишь? Нет. Но он потому ушел. Что я с фризом бодаюсь. Если вы поставите, я быстро сейчас увезу второй. У меня нет аптеки, Рикошет! Рикошет! Вы поставили, но я нифига не сделал, потому что меня убил этот рикошет, который там на дефе сейчас стоит. Мастер, го по центру! Быстро! Ну, чё ты? По центру вообще никого нету, мастер. Мне кажется, улетел, улепет был. Кросс файл. На нашей... Отойди, мамонт. Нормально, еще один флаг можно вытащить. Блин, я думал, мы просрём. Да и я тоже так думал. Главное, не дроп отжирать. Чё оставь ДДшку мне это. Бери. Я на фулах. У них, короче, мамонта твинс в деф сел. А толку с этого мамонта твин са я валю. Аптеку. Я по правой стороне валю, я ухожу. Меня молот сейчас будет прессовать, он с ДД меня может напукать. У меня подлагало чуть-чуть, я тоже? Да. Я валю. Давай флаг пойду посмотрю. Нормально, я поставлю. Давай, ставишь. Еще один можно увести. Все, вот это мне нравится, генусы собрались, как говорится, надрали. Малых по званию. Да. Малышей. Я сейчас залетаю быстро, отвлекаю, ты берешь, окей? Я его отвлекаю, го. Аф, если б не фриз. Отдай ему тогда. Дай, кинул. У меня аптеки нет. Не успел чуть-чуть залегать себя. Минута, можно вытащить. Я тебе говорю, вот сейчас я просто жопой чувствую, что мы вытащим. Как в чате думаешь? От красных оправданий уже пошли. Мультов закинь. По-моему, я мультов никаких не кидал. Ты кидал мультов? Конечно. Ты что, без мультов вообще не играю. Ладно, не пиши нам играть. Мы просто чуть-чуть, как говорится, мотивировали нашу команду. Вот нафига Жиги и ДАшка, которые на нулях. Вот я не понимаю этих игроков. Вроде бы и умненькие, вроде бы и генусы, но в то же время тупенькие. Да, вот я тоже так думаю. Наш флаг. Та скотина! Даха, наш там флаг, под беда. Даха мина была, поэтому я нифига не сделал. Повторюсь, беда на нашем. А, не, хотя перебьем. Печаль, беда, когда в команде пол команды мульта. Как боженька смолвил. Конечно. Давай ты залетаешь и отвлекаешь, и я прыгаю, окей? Попробую. Давай, залетаю. Да блин, я застрял в этих текстурах. Понимаешь, что это было? Сейчас, с моей стороны. Я застрял в текстурах и не смог нормально уехать. За 13 секунд везете? Я на дефе стою. Нет. Против пол команды перетащили эти красные, чьи в деф засели полные нубы. Ну да, вот я бы тоже так сказал. Ну, вроде бы защищались, держались до последнего. Хоть даже деф. Деф тоже, как бы, хорошая игра. Показатель игры. Мы с тобой на первых местах. Это хорошо же, да? Да. Я тоже так думаю. Угу. Короче, что сказать по молоту? Вроде бы не изменился, вроде бы как и раньше был. Но хотя я не знаю, как по этому, по разбросу этих своих шариков, ну, вроде бы так же. А что в нем вообще изменилось, так судить? Там скорость чего-то, не помню. А хотя... А, быстро летят, я вижу. Шарики, видимо, ускорили, поэтому... Поэтому он стал еще сильнее нагибать, и я вам советую его брать. Так. Что еще сказать-то? Мастер. Всем пока. Всем пока? Нет, это как-то будет банально. Всем goodbye. Всем чао-чао. Подписывайтесь на наши каналы, паблики. Всем пока. Всем пока, ребят.